влюбляешься, это похоже на временное безумие. Оно взрывается, как вулкан, а потом оседает. И тогда нужно принять решение. Нужно решить для себя, переплелись ли ваши корни настолько, что расставание стало даже немыслимым. Потому что в этом состоит любовь. Любовь – это не беспамятство, не восторг, не желание быть вместе каждую секунду, каждый день. Это бессонные ночи, когда фантазируешь, как он покрывает поцелуями каждую клеточку тела. Нет, не мучайся. Я говорю тебе правду. Это не быть влюбленным. В чем каждый из нас может убедить себя. Любовь, по сути, то, что остается, когда выгорает эта влюбленность. Звучит не очень заманчиво, правда? Но это так.